Все изменилось в мире Доты. Западные и азиатские команды захватили всю сцену. Но в СНГ еще остались дотеры, которые не утратили былой азарт. Азарт, который привел к войне. Miramax Films представляет фильм Квентина Тарантино. В роли Соло Аджай Девган. Глава первая. Вада. На тебя поступает много жалоб от подписчиков, Вада. Говорят, ты плохо контролируешь чат и руинишь игры с Соло. Говорят, ты не можешь сделать врыв на Тайдхантере. Как так? Но Мёрвинг, я свободен. Просто уйди. Брат, ты всегда защищал меня. Я никогда ни о чем не просил. Но твои подписчики ненавидят меня. А я всего лишь пытался хорошо играть. Ты не мог бы замолвить за меня словечко? Плиз. Без тебя мне край. Каждый раз меня гнобят. Стоит мне появиться в чате. Эй, соблюдайте правила! Левай спать и днище! Да что я вам сделал? И так постоянно. Наверное, мне не следует позорить твой стрим. Эй, смотри, жирный Вада опять здесь. Лёшка, я забайтил! Эти полупокеры тебя, что ли, гнобят? Они точно подписчики, да? Оставайтесь все здесь, если, конечно, проблем не хотите. Это что, сейчас с нами хвост разговаривал? Обычная школота, Лёха. Да не ссы, брат, я ситуацию наперед прочитал, это же газета. Хвосту все пофиг, а вот с Соло надо договориться. Сейчас все устрою. Эй, Солыч! Короче, здорово, Солыч! Мы реально не хотим ссориться! Ты же Соло! Все-таки! Приносим тебе 322 извинения. Те, кого я беру в пати, это мои люди. Свои 322 извинения можешь засунуть в свою 228-килограммовую задницу. Вы не с моего стрима. Вы не мои подписчики. Вы засланные. Только вот кем? Хотелось бы знать. Энви? Угадал, да? Передавайте привет. Соло Энви вчера на виспе саппортил, на его стриме. Вот почему он добрый такой сегодня. Гы. Глава вторая. Рампашка на злом гении. Нас дудосят не просто так, нас пытаются вычислить. Лёша. Западные дотеры объявили охоту на наших. Они уже убрали нескольких. Они наняли игроков в КС и в Call of Duty. Их главная цель ты. Мы капитально просели по графикам, Ярик. Но я скажу тебе только одно. Байбеков не будет. Лёша, Фир активно ищет Дреда, но мы вычислили его раньше. Нужно брать его тёпленьким. Позволь мне войти в тебя, хвост. Я хочу устроить им
Инфест-бомбу. Лёха, лучше возьми мою тачку. Пожалуйста. И помните, Дред нужен живым, чтобы узнать, где Соло. Holy shit! Это же он! Ultra kill. Rampage. Rampage. Давно катал на Рубике, Кэрри Дрочер. Знаешь, как работает его ульта? Примерно вот так. Я смотрю, мой заокеанский друг. Судьба давненько не елозила тебя. Еблище, мы не строганный стол! Я отвезу тебя к нашим, где мы решим, что с тобой делать. Но сначала я твою звездно-полосатую морду благословлю животворящей рукой Мидаса! Я же говорил вам, что бабки не проблема. Потому что all I wanna do is take your money. Тыц, 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 тыц. Всем камбэкам камбэк. Глава третья. Замесу по тайной лавке. Ты же Нексус, да? Это Энви. Передай Соло, что его женщина у нас. Мы слишком много сил потратили на демотивацию СНГ Доты, но Соло не хочет сбавлять обороты. Он слишком мотивирован. Даже команду новую собрал. Но когда он придет за тобой, мы закончим начатое. Возникли проблемы, что вы выяснили? Ничего, Соло нас рассекретил. Школота немощная. Мы не рабы, рабы не мы. Подписываемся. Готча! Глава 4. Большая разборка на мосту игрока, который, если не игрок, все равно остается игроком. Они издеваются, Саша. Они прислали мне 322 угрозы. Как же я хочу побыть, наконец, кункой и уплыть куда-нибудь. Так и будет, Леша.
Лёша, Фир сдал всех своих в обмен на жизнь. Он сказал, что все по заказу Гейба. Они захотят его убить. Знаменитый Соло пришел. А мы тут ставки не принимаем. Я знаю, что это все твоих рук дело. И я не понимаю, о чем ты. Фир нам все рассказал. А твои все давно разбежались в Смоке. Один Артизи где-то прячется. И ты один пришел сюда. Надеешься спокойно уйти? Да я тебе респауны перекрою. Если не оставишь в покое СНГ Доту, я тебя и твою компанию замедосирую. Сейчас будет на камеру. ГГшечка, ВПшечка. Мерва. Долбаные шутеры. Выехали, выехали! Сэр! Уведите Фира! Фиром все, но Ктап еще дышит. Надоело это контрахвост. Эй, мрази, у меня теперь бесконечные! Глава 5. Трон падает. Мой курьер видел здесь Артизи. Я все равно найду тебя, Артур. Выходи. А ты не боишься, что твой разор против меня не заедет, Леша? Я видел твои перформансы.
В чем дело, Раки? Нам надо варды поставить. Мы заплатили вам 10 000 рейтинга. Вы куда? Почему ты дал Артизе уйти, Соло? Все в порядке, любезная Шивер. Он просто еще очень молод. सीधी बात बोलूं, बातें घुमानी नहीं आती।